А перед началом этого видео я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Вам не сложно, а нам со Скретчем приятно. Скретчи, 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 скретчи. А ты в курсе, что в Майнкрафте обновились руды? Обновились руды? Кого? Чего, Фласка? Иди опять таблетки от шизы выпей. Да не шиза у меня, я тебе попу ставлю. Хочешь, докажу? Хочешь, докажу? Ну давай, докажи. И как они обновились? Давай, рассказывай. А вот я тебе не расскажу, пока ты не скажешь, что я тебе верю и не извинишься. Ладно, извини мне, я тебе верю. Ладно, хорошо. Так что быть, рассказываю. В общем, смотри, к примеру, мы нашли с тобой руду угля. Мы берем ее, добываем и превращаемся в какого-то моба, прикинь. Чего? О, Фласка, да это уже похоже на какой-то бред. Ничего такого не бывает в Майнкрафте. Бывает в Майнкрафте. Сейчас мы с тобой все добудем и пойдем в шахту. И давай, короче, мы с тобой заключим пари. Если ты в кого-нибудь превратишься, то ты, например... Короче, я жду от тебя пачку лейсиков с крабами. Большую. И в ТГ я это запостю. Если не запостю, то, короче, ты будешь... Рушкой, понял? Ну, типа, кто не выполняет свои обязанности. Эй, господи, ладно, Фласка, хорошо. Все, я сделал уже одну кирочку, один топорик. И погнали с тобой... Тебе тоже скрафтить, я понял, сейчас. На, добудь еще кусочек дерева, а то не хватает. Так нормально, зачем нам две кирки, если ты как бы, ну это как бы добудешь, нам нужно количество булыжников. О, блин, а булыжник это не руда, да? Не, булыжник это не руда. Все, скидывай, давай быстрее и сбегаем в ту деревню, которая по соседству находится. Может там голем какой-нибудь будет. Погоди, а что тебе скидывать? Больше ничего не надо, все, побежали. Господи, ладно. Давай, сначала в деревушку, ты тогда... Ой. Да, я слушаю, чё. Я иду добывать булыжник, а ты иди добывай вон этот, семя для хлеба. Ладно. Ладно, хорошо, вот указание дает, вообще офигел этот скретч. А может быть ты не будешь мне указывать, а? Я, короче, добыл булыжник один. И что? Да ничего не произошло. Так я тебе и говорю, нужно добывать именно руду. Булыжник это не руда. А, ну в принципе логично. Так, нам нужно 12 булыжника для того, чтобы сделать все инструменты. Я добыла все, что только нашла. Все сено, что было. Скретч, ты где? Я добываю булыжник в шахте. О, я вижу какой-то житель. Может, не можно поторговать? Здравствуйте, дядя. Привет, скретч, ты где? Я вот рядом с тобой. Рядом со мной, на меня какое-то чертило напало. А ты где вообще, Фласка? В смысле? Я в шахте, в которой ты должен быть. Так я не в этой шахте, наверное. Да блин, да в смысле ты... Нет, ты не зомби, а кто ты тогда? Я не понимаю, житель что ли вот это, слышь ты? Да я тебе сейчас тут прям закашу, ты меня понял? Ты меня понял? Слышишь, ты, Фласка, успокойся, вот я летучая мышь, не бей, не бей. Я тебя сейчас... Ты меня бьешь? Ты меня бьешь? Ты на меня летучая? Скрепчи. У меня всего 3 хп, поставь верстак. Это ты? Это я, да, это я. Кивни головой, 3 раза весь и тебя держит звонок. Тебя держит заложник, я так и знала, что тебя держит заложник. На, держи. Я думал кивнуть несколько раз, чтобы ты поняла, что это я. Ладно, я понял тебя. Я все понял, тебя держу заложник. Если что, скрэч. Так, на еду, бедная маленькая беспомощная мышка. А ты угадай, как я в нее превратился. Ну, я так понимаю, ты добыл булыжник? Нет, я не добыл. Ну, попробуй добыть булыжник. Кирка-то у тебя есть? Сейчас, погоди, так, есть, лама. Что не произошло? Так потому что я не булыжник добыл. А что ты добыл? Ладно, дам подсказку, черненькое что-то. Да все, я понял, слишком изи, тут ничего кроме этого нет. И 3 хп, можно обратно, пожалуйста? Так, подожди, в Майнкрафте по логике очень много руд, здесь и железо, и медь. Давай медь, давай, добывай медь, мне страшно. В смысле тесто? Ладно, хорошо, добывай. Я превращаюсь в... Так, ладненько, коза, это, конечно, круто, но в Майнкрафте... Давай посчитаем, есть всякие... О, еще в аду там руды есть, их вообще много. Да, их много, еще я вижу железо, хочу железо добыть. Хочешь железо добыть? Ну давай, попробуй, что произойдет. Зомби, это же не круто! Так, ладно, подожди, я сломаю на всякий случай еще один уголек. Я зомби пока не хочу становиться, я хочу стать обратно летучей мышкой. В смысле, я тоже хочу стать? Ну-ка, погоди, давай, короче, мы с тобой, так как летучие мышки, они умеют летать, мы с тобой полетим и что-нибудь интересненькое найдем. Так, нам нужно тогда лететь в шахту, Фласочка, потому что там много разных руд. И лазуриты всякие, и золото, изумруды, алмазы, редстоун, и куча всего. Да, только походу эта шахта какая-то маленькая. Давай, может быть, выберемся из этой шахты. И вообще, первым делом ограбим деревню, а потому что ресурсы нам с тобой пригодятся. А где ты? Чё ты грабить собралась? Кого? Где? Голем! Давай голем, мы с тобой. Так мы с тобой мышки, он же нас на раз-два, нет? Так он нас не достанет, просто взлетаем в потолок и бьем его, все? Ладно, давай, помогай. Удобно, смотри. И ничего нам сделать не может. Рисую по факту, прикол, Деста. 5 штук выпало. Ну слушай, довольно-таки неплохо, но в деревне нечего грабить на самом деле. Вообще нечего, а как же там это, домики, нет? Ну, там фигня ж в основном, ты же знаешь это. О, изумруды и картоха. Если бы можно было при помощи изумруда и камня сделать изумрудную руду, было бы вообще круто. Блин, было бы прикольно, потому что я, если честно, не помню, когда последний раз видела руду в шахте. Изумрудную ты имеешь в виду? Ой, ну да, изумрудную руду в шахте. Да, я понял, но слушай, в этой деревне реально очень мало всего, я предлагаю идти быстрее превращаться, смотреть, кто в кого нас превратит. Давай. А ты где? В деревне на втором этаже. Я реально за тебя. Погоди, я хочу поторговать с этим дяденькой. Дядя. Ай, да ты чё? Ничего интересного.
все, полетели искать шахту. Флосочка, я лазурит вижу! Давай, добывай шерстью. А, погоди, его надо добывать, наверное, железной киркой, нет? Не, лазурит можно любой. О, пещерный павук. Фу, ты такой мерзкий. Погоди, я тоже хочу стать пауком. Давай, становись пауком. И, кстати, я заметил, что это лазурит, который глубинный. А ты сломала лазурит обычный. В смысле, они какие-то разные? Да, смотри, это обычный лазурит, а я сломал лазурит, который темный был. Так, ладненько, пойдем еще поищем какие-нибудь труды. Я вижу заброшенную шахту. Главное, не трогай мобов, чтобы они на нас не нападали. Не кричи, все, я понял. Просто у меня привычка, понимаешь, я вижу моба, я такая, блин, сейчас нападет, нужно напасть первый. Житель? Блин, житель, на меня же скелет сейчас нападет, напал уже, Фласка, помогай, защищай. Какого фига ты житель, погоди, а почему я превращаюсь в зомби? Так потому что я темное железо сломала, ты опять обычная. А, это вот это что ли? Да, они разные эффекты дают. Видалки приседают? О, шахта сверху, скретчи. Ой, редстоун. Чернея. Да, чернея, а здесь, подожди, здесь только один редстоун, темный здесь. Есть обычный редстоун. Ты все-таки решилась добывать. А, погоди, так мы его не сможем добыть, если железо, железную кирку не скрафтим. Ну, а, ну да, и вряд ли в кого-то превратимся. Так, ладно, смотри, нужно еще 3 булыжничка, чтобы сделать себе печу. Печу? У меня есть железная кирка, все, я скрафтил. С голема же выпало. Ну, я кинул железную переплавку. Ну, давай, кирка у тебя. О, там золото еще есть. Я золото добуду. Окей, давай, добываю и... Газырно. Да, круто, кидай кирку. Стой, погоди, а золото только этой разы добывают? Или ты меня развел? Нет, золото добывается только железное. И, кстати, здесь какое-то... Ты стал заклинателем, нифига себе! Девочка, здравствуй, я можно с вами познакомиться! Эй, красавчик, ты видишь мою родинку на носу? Вот даже когда эта родинка размножится, даже тогда я не выйду за тебя замуж, ты меня понял? Я думал, это прыщ, фу! Это не прыщ, а, ты чё, у меня хп мало, 4 хп. Так, подожди, здесь это выпало с вот этого темного золота. Если здесь есть светлое золото, то с него получится что-то другое будет. Ай! Да ты чё творишь, на хп мало? Да извините, извините, извините. Так, подожди. Извините. А мы с тобой, о, а мы добывали с тобой темную, то темную медь? Нет, кажется, ну-ка ломай, ломай, ломай. Так, темная медь и... Да за что? Чё, слабость и замедление нормально, на мне тоже... Да тихо, подожди, ничем не кидайся, Фласочка. Давай, на тебе кирку. На, забирай кирку, я пойду себе другую железную скрафчу. Ладно, на, бери, бери, скретч, погоди, бери, скретч, скретч, скретч. На, держи, а я эту возьму. У тебя была железная кирка? Да я ее скрафтила, ты же это на переплавку поставил. Хитрая Фласка, хитрая Фласка. Так, что мы с тобой еще за руды не добывали? Погоди, мы с тобой еще алмазы не добывали. Так мы с тобой еще не добывали самый обычный... Стоп, самый обычный лазурит мы добывали. А, так погоди. Обычный лазурит не добывали? Раз, стоп, да? Не, обычное золото не добывали и обычный редстоун не добывали. Ага, значит, нам нужно побегать по шахте и попробовать найти обычный редстоун. Понял? Где? Так, подожди, погодь! Я предлагаю с тобой... Смотри, чё? Вот обычный редстоун. Ой, лазурит. Так, обычный лазурит мы добывали вроде. Это обычный паук, а вон тот это пещерный паук. Я лучше буду заклинателем. Я тоже хочу быть заклинателем, ну-ка. Только не пускай в меня клеш. Да я не в тебя, я специально косю. Я предлагаю с тобой подняться наверх вон туда, в заброшенную шахту. Давай, а как нам это... Ну, нормально ты придумала, у меня где? У меня нет ничего, у меня нет ресурсов, как я это сделаю по твоему... О! Я лестницу нам делаю, Фласка! Давай теперь изучать эту шахту! Главное не забывать добывать руды, которые мы еще не добывали. Вот только бы помнить, что мы добывали, что не добывали, потому что я уже, если честно, все забыла. Ну, мы все проверим. О, точно, у нас же есть челюсти, я забыл. О-о-о-о, паутины много, меча нету. Бежит на меня, собак сутулая, ща помру! Нормально, я разбираюсь с ними, нормально... О, отрубил! Полсердечка, полсердечка, одно! Бежим отсюда, бежим, 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 бежим. Ща надо покушать, а там лава, у тебя есть блоки какие-нибудь? Там 2 сундука с этими. Чур мой последний, твой первый. Ладно, ладно. У меня 2 алмаза, 1 с факелов, бирка, редстоун и лазурит. А у тебя? Вау, а у меня ничего интересного, кроме светящихся ягод. Так, ладно, давай с тобой пополам. Спасибо, зачем оно нам надо? Я не знаю. Так, обычную медь мы добывали, здесь ничего интересного. Ладно, Власечка, погнали с тобой на поиски других руд, посмотрим, в кого еще можно превратиться. Хочу найти алмазы. Я тоже. Ну, видишь, скажите. Поперли. Фласочка, а вот мы обычный редстоун добывали с тобой? Честно, я не помню. Да, добывали. Нет, подожди. С зачарованного, точнее, с темного редстоуна тоже ведьма выпадала. В смысле, разве? Одно и то же, что ли? Походу, походу, ведьма редстоун всегда символизирует ведьму. Слышь, мы, походу, с тобой кругом пробежали. Понял, поперли тогда обратно вглубь шахты. Погнали. Да ты можешь не катать!
от меня ничего! Да я не в тебя, я в зомби! Сувер разгневан! О, я алмазы нашел, Фласка! В смысле, это я их нашла вообще-то. Да, я думал, мы вместе их нашли. Да, мы вместе их нашли. А почему ты тогда сказал, что ты нашел? Не знаю. А ну, стопэ, Нацуефа, давай! Да я хотел посмотреть, сколько здесь алмазов! Один, походу. Чего один? Нацуефа, давай. Сейчас, подожди, мы еще не все проверили. Короче, ладно, так что быть, позволяю тебе испытать это, но следующий блок я испытываю первый, понял? Я вижу с той стороны тоже алмаз. Ну и что, кто-то первый же должен узнать, что тут, так что быть, я даю тебе. Ой, что произошло? Ладно, так что быть, позволю тебе ударить себя, только погоди. Да, погоди, мал хп, давай. Так, давай. Давай. Нифига себе, ты мне 8 хп снес. 8 хп? Слушай, это еще к тому же темный алмаз. А мы с тобой еще не добывали обычный алмаз. И обычное золото мы с тобой еще не добывали. Так, погоди, тогда давай рассматривать хорошо шахту. Может быть, тут есть где-то обычное золото. Да, вполне возможно, но тебе тоже нужно стать големом, чтобы мы стали грозой этой шахты. Мини-зомби, а ну пожал отсюда, со взрослыми дядями не балуйся. Плюсуй, тупо с двух ударов разбираемся. И тут есть шахта, мейби тут что-то интересное. А, да мне согрелся Эндермен. Погоди, сейчас он ко мне сделает ТП. Нормально, так, теперь нам нужно с тобой найти что-нибудь еще. Побежали. Нам нужно найти с тобой обычный алмаз, обычное золото и изумруд. Понял, тогда давай. По идее, если мы хотим не вот так вот это вот поискореженное, кукоженное, тогда нам нужно выбраться повыше. А, ну тоже верно. И вон я вижу выход. Погнали туда. Поперли. Фласка, ты просто посмотри, здесь какой-то апокалипсис. Там изумруды. Где? О, изумруды! Чуря первый. А, погоди, тут два изумруда, и тебе и мне хватит. Да, давай, добывай, я смотрю. Хорошо, добываю. А то мне что-то страшно. Да добывай, чё-то. Кто я? Я крипер! У меня 5 полосок полных хп, сможешь ли ты мне что-нибудь сделать? А, всего 1,5 строчки хп. Так, крипер, привет! Аккуратно, ты меня задел, ненормальный! Прости, Фласка. Так, ладно, мы с тобой еще обычные алмазы должны найти. Вот они. Ого, чё, Ванга, что ли? Честно, я просто шел, и они мне на взор попали. Здесь 3 алмаза целых. Погоди, может быть не так быстро, я хочу испытать всю силу крипера. Всю силу крипера? Я просто хочу посмотреть, что дает обычный алмаз и уже отправиться с тобой в ад, потому что там есть кварц и золотая руда адская. Точно, все, да-да, тогда хорошо, убедил, давай тогда, я добываю. Да, давай. Ой, где я? Ёшкин ты кот. Неплохо, кстати, эндермен довольно-таки неплохое существо для ада. Ну, потому что телепортироваться по островам, вот это вот все дела. Это максимально удобно. Тогда давай, поперли, найдем какой-нибудь заброшенный портал и быстренько его достроим. Давай, сделай алмазный кирку. Ай, господи, все мне. Давай, короче, сейчас добудем обсидиан и продолжим. В общем, ребята, шо, мы уже достроили портал, мы его уже подожгли, вернее, скретчик нашел огненный этот. Огненный снаряд вот тут в сундуке. И мы готовы отправляться в ад. А еще я ведьмой стал. Молодец. Очень важная информация, может, ты перестанешь поджигать меня и отравление давать, а? Все, ладно, Фласочка, погнали уже наконец-таки в ад. Блин, даже тут твое отравление, если ты меня бесишь, когда ты ведьма, ты такой вот мерзкий. Ай, да у меня 3 сердечка, я ж себя тоже отравил. А нафига? О, господи, откуда здесь лава? Ты лава не мерзкий. Блин, я тоже чувствую, моя мерзкая, я все сломал. О, халява. Тут, кстати, еще золото есть, Фласочка, которое нам нужно добыть, и это последняя руда. Серьезно? Чур не я, я хочу быть лава меркой. Ладно, давай добуду. Брутальный. Могу знаешь что? На, давай, торгуй со мной. А брутальный, по-моему, не умеет торговать. Серьезно, а что он умеет? Обычно умеет торговать. Он ничего не умеет. А, то есть ты бесполезный? Да. Ну-ка, на, за хлеб что-нибудь дай мне. За хлеб что-нибудь дай. За обсидиан что-то дай. Я буду, как они такие. Оп, подбирают все и такие. Какую-то фигню дают, не буду я с тобой больше торговаться, какой-то ты бесполезный. Да, короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Я думал, он не горит. Ну, а с вами была Фласочка и Скретч. Всем удачи и пока-пока. Пока-пока. Да я не спец... Да ты чё... У-ху! Пока-пока.